Ставь лайк, подписывайся и нажимай колокольчик, чтобы смотреть видео первым. Эйвен, говорят, двуногие устроят нам сегодня какой-то челлендж. Слышишь, Софи? Челлендж? Я люблю челленджи. А что за челлендж-то? Я не знаю, Софи. Еще и вместе с собаками. Ну пойдем уже тогда. Миш, пошли скорее. Челлендж. Особенно если они с едой. Говорят, выбирать что-то. Круто, я тоже хочу челлендж. И мы хотим челлендж. Что это за тарелки? Я не знаю. Что будем делать? Без понятия. Что это за тарелки? Да не знаю я. А что будем делать? Да без понятия я. Выбирайте, друзья. Конечно, вот это классно, Сняшка. А что насчет червячков? А что это за червячки? Мармеладные червяки. Фу, я не буду. Мармеладные червячки? Да ну. А это что-то такое? О, Кость, круто. Ладно, пока, ребята, я пошла. Эй, Эва, верни, не все выбрали еще. Мое. Нет, мое. Отпусти, а то расскажу двуногим, где ты написала. Ну ладно, забирай. Давайте правую открывать. Давай, скорее. Я так и знал. Я был прав. Как всегда. Мяско. Ням-ням. А в левой чего? Мармеладные мишки. Ну блин, так неинтересно. Я думал, еще мясо дадут кусочек. Давайте в этот раз снова с правой начнем. Там точно будет какая-нибудь вкусняшка. Давайте обе открывать, чтобы выбрать. Ну а вдруг? Выбираем. О, конечно же корм. Блин, а мне корм не надо. Жалко только, что под эти тарелки так мало влазит. А теперь... А да? И кока-кольный мармелад? Че это за прикол? Может это хотя вкусно? Да ну, фигня, это же просто мармелад. И вода. Это же не мясо, так неинтересно. Какая-то фигня. Издевательство просто. Открываю. О, фрукты. А, нет, не настоящие. Зато тут огурчики. Ням-ням-ням-ням. Огурчики я люблю, огурчики это вкусно, огурчики это ням-ням. Да, огурцы это тебе не мармелад какой-то. Ребят, ну может все-таки эта штука вкусная, может все-таки попробовать? Да ну, ты че? Да ну, это же мармелад просто, побольше бы таких челленджей. Да, было прикольно. Только еды мало, побольше бы челленджей, где побольше еды. Ага, чтобы всем хватало, и чтобы выбирать между мясом и мясом. Там, похоже, в другой команды другой челлендж. Пошли. И там, наверное, тоже еда. Тут все равно уже ловить нечего. Обычная еда против мармелада. Смотри такие же челленджи на втором канале у мамы. И подпишись, ссылка внизу. Миша, лайк!